Прикинь, тогда тут все рухнет. Вообще. Это когда-либо. Так. Сейчас. Крепеж, что я так и не сделал к этой чепухе. Итак, погнали. Вот мы находимся в подвале. В подвале Паулина. В подвале Паулина. О, там, по-моему, вода. Вот там. Сейчас посмотрим. Вот, видишь, мы сюда не сможем попасть. А это куда-то ведет, причем. Да. И возможно, что в то самое бомбоубежище. И бомбоубежище, значит, оно намного ниже, чем это. И оно все затоплено. Ну, это в бомбоубежище мы с другой стороны зайдем. Это, наверное, внутренний вход. Вот, мы попробуем через другой зайти сейчас. И отсюда уже будет видно, что к чему. Здесь дверка была, стену сломали. Смотри, лед до сих пор там стоит. Видишь? Там что-то все в кафеле. И лестница. Смотри, здесь была лестница. Подвал в подвале. Так огромное же здание, видишь? Здесь вот какие-то постройки были. Что-то они несли. О, видишь, как трубы повырезали. Ничего себе. Странные кабинки. О, здесь одна дверь живая. Там еще какой-то проход куда-то. Непонятно, куда это вообще. Просто проход неизвестно куда. А тогда свет падает на проход на улицу. Возможно. Да, это трубы, наверное, выкапывают, потому что смотри, вот с этой стороны, что у нас с этой стороны? Бетонная стена. И здесь бетонная стена. А вот как раз туда, видишь, вот как раз уходят трубы. Так, мы оттуда пришли. Соответственно, куда нам надо дальше идти? Туда вот. Скорее всего.
Ага. Это одна лестница. Еще в снегу. Да ладно. Да. Офигеть. Дай-ка я посмотрю, где мы вышли. Да, с другой стороны. Заходим обратно. Я не понимаю, где было убежище. Неужели это тот вход затопленный? А? Неужели это тот самый вход затопленный? Все видишь? Вообще ничего. Ничего себе. Угу. Тут главный вход с улицы. И все. И больше ничего нету. Странно, что здесь вообще плитка. В подвале. Вот, смотри, сколько помещений с плиткой. Но мы здесь только что были. Были. Только вот с этой стороны проходили. Мы откуда-то отсюда пришли-то? А как нам вот на ту сторону попасть? Это еще одно должно быть? Ну, это еще одно похоже. Или вот еще одно. Тоже, видишь, трубы туда уходят. Или мы эти трубы смотрели? Нет, мы смотрели вон те трубы. А это другие. Короче, надо как туда попасть. Пошли вокруг здания, будем обходить и смотреть, где еще есть входы. Все, здесь пройдем? Нет? Так, смотрите, тут вода, не провалитесь. Тут, короче, были какие-то стены, видишь, их все разрушили. Слушай, а там куда-то наверх помещение идет. Прикинь. Подождите, я завис. Это как раз то, что я думал, что это бомбоубежище. А это на самом деле просто вентиляция подвала. А, я понял. Смотри, мы были вот в ней, ага. А еще есть вон она. Видишь, ага, точно такая же. Нашел. Почему этот раз ты ничего не видел? Не знаю. Наверх лестница пошла.
И тут куда-то наверх, слушай, уходит что-то. Я туда, к сожалению, не залезу. Ух ты, нифига себе. На, отсними, а. Так. Не трогай. Не трогаю. Так, все здесь. Получается. А тут так что-то уходит. Нет, это походу здесь трубы шли. Там еще что-то. Сам я ничего не вижу, но я посвечу. Все, нормально, стена. Держи. Что там вообще же скач? Тебе там, ну, ты даже в 2, наверное, вверх идет. А? Даже в 2 вверх идет. Подъемчик. Ага, понятно. А он еще подъемник. А, если жива, да. В принципе, там лестницу посмотрели. Сейчас я гляну. Не лезьте сюда. Тихо, па. Тебе скажу, что примерно то же самое, только тоже наверх уходит. Я, к сожалению, не могу наступить туда, чтобы... Так зачем кидать-то? Надо же наверх. Это наверх все идет. Я понял, а я говорю, что кинуть, чтобы встать там. Нет, куда-то и в сторону уходит. Она затопленная. По колено примерно будет. Но вода чистейшая вообще. Хоть пей. И ты, конечно, нельзя, потому что здесь вода. Так это ж понятно. Хотя в принципе ее наливать бутылки и продавать собаку. Слушай, вон еще какой-то проход. Не понял. Куда все это ведет? Там еще куда-то в бок уходит. Че, это, сходишь туда? Я? Да. Давай. Я просто... Матвей полез, да. Наверное, здесь вот удобнее будет. А все, тупик. А, тупик? Да. Понятно. Ну, значит, и это то же самое, наверное, будет. А, ну там подальше куда-то что-то идет. Ну, не знаю, пролезь давай, я тебе подам камеру. Здесь тупик, а туда есть проход. Молодой, иди сюда. Полезли со мной. Погнали. Очкову одному. Ну вот я туда и иду. Там что-то происходит.
Ага. Там еще разветвление. Там... Да. А вот смотри еще направо. А там уже все набирается. Из больших. Там вот смотри еще. Там вообще, видишь, вон туда уходит. Там прям... Это из-под труб. Да похоже дело. А, у вас первый? Туда. Вот там вообще под углом. Сейчас, подожди, одну секундочку. Да, там под трубы. Да скажи, что под трубы. Я не понял, что там светится. Вот, отойди сюда. Сейчас к бачу полезем. Ой, как дебилы тут карабкались. А я такой не понял, что светится. Свечок. Пролазь. Ну, короче, такие вот коммуникации. Такие коммуникации, они ведут через весь этот. А так и будем на карачках там ползать. Я так и понял. Ой. Понял. Ты первый. Нет. Ребята, на камеру-то зачем? Я же говорю, ничего не было. Гнившая здесь все. Здесь все жестко. Я прям. Вот. Понятно, выходим. Делать здесь нечего. Вода. Нет? Ты что, вода? Нет. А, это тот самый, который мы там вот видели. Разве его? Там же дверь живая. Нет, это просто две стороны было, две корточки. Которые мы с тобой пошли в другую сторону, а это наша сторона была. Угу. Хрень какая-то.